Ребят, еще у меня один вопрос странный. Вот мне лично кажется, что он странный. Может, я уже маразмом заболел, но, ребят, смотрите. Здесь лейбл. Так, попробуем сделать так, чтобы вы его увидели. Так, подождите. Посмотрите, насколько чистый лейбл BMW. С другой стороны. Насколько чистый лейбл BMW. Ну, я так полагаю, что здесь у нас будет сейчас то же самое. Очень чисто написано BMW. И здесь, да, друзья? Я просто не вижу, извините. Думаю, написано BMW. Теперь посмотрите на этот лейбл. Так, и он мне кажется абсолютно нечистым и более того каким-то косячным. Так, как бы вам тут его показать? Опять же повторюсь, может быть, вот видите какой он? И вот меня интересует, он действительно настоящее стекло, это BMW-шное? Потому что сама вот, не знаю, получится у меня показать, вот. Везде идеальные линии, а здесь какой-то, какие-то линии, так, совсем не идеальные. И меня это беспокоит. Прошу прощения за перевертыш, но переворот, я имею в виду камеры, но вот, на мой взгляд, здесь эти буквочки BMW как-то не так четко сделаны. И кроме того, если мы посмотрим вот здесь вот у нас внутри, вот здесь вот внутри на белом фоне, да, мы видим какие-то, как это сделать-то, мы видим как бы дополнительные какие-то беленькие краешки, беленькие вот здесь вот прям вот. Здесь прям что-то вот с этой стороны, ну прям беленькие какие-то вот силуэты, треугольничка. То здесь ничего подобного вообще нет. Ребят, подскажите вообще, это родное стекло переднее? Вот, собственно говоря, вот такой у меня вопрос. Ну, на этом все, спасибо всем. По-моему, написано BMW, все нормально. Просто я еще тогда еще ходил, смотрел, но как-то мне это непонятно вообще. Честно говоря, знатоки, пожалуйста, ответьте и дайте мне ответ вот под этим видео. Большое спасибо за просмотр и всем, друзья, пока. Да, всем, друзья, пока.